стартующий в октябре проект REF at Burst. Сейчас предстарт проекта. Вверху сайта вы видите информацию о том, сколько дней, часов и минут осталось до его старта. Уже около месяца назад я получил информацию о том, что создатель AdWords'а Рис Синклер из Британии готовит к запуску новый проект из серии рекламно-инвестиционных, в котором будет заложено несколько возможностей для заработка. И вот сегодня я получил ссылку на регистрацию в этот проект. Сейчас я проведу эту регистрацию и покажу вам, как это можете сделать вы. На первый взгляд, этот проект очень похож на те, в которых я уже работаю, но в нем объединены очень многие возможности. Более подробная информация появится чуть позже, а сейчас вы можете зарегистрироваться, используя реферальную ссылку, которая будет в описании этого видео, и само это видео как инструкцию по регистрации. Так же как в AdBrook'е, здесь будет плавающий процент, который увеличивается в зависимости от вложений, сделанных вами в покупку пакетов. Кроме этого, здесь предусмотрено два вида членства – серебряное и золотое, которые в свою очередь дают достаточно неплохие преимущества при работе в этом проекте. Это и увеличение на 10 и на 20% дневного дохода, увеличение реферальной комиссии и дополнительные кредиты на рекламу. Для первых 100 пользователей, оплативших членство в проекте, есть специальные скидки. Достаточно серьезные, почти в 3 раза, если говорим о золотом членстве. Более подробную информацию о самом проекте я представлю в следующих видео, а сейчас непосредственно регистрация. Пройдя по ссылке, предоставленной вам, вашим партнерам, на сайт проекта, для регистрации необходимо нажать кнопочку «Регистр» в верхнем меню. Здесь вы увидите имя своего спонсора. Убедитесь, что это именно тот человек, под которого вы хотите зарегистрироваться. И вводим свои данные. Заполняем логин. Заполняем e-mail. Дважды заполняем пароль. И вводим пин-код, который будет ключом ко всем операциям, проводимым в проекте. Обратите внимание, что пин-код может включать в себя только цифры, и его длина не меньше 5 цифр. Проставляем галочку, что вы не робот, галочку, что вы согласны с условиями работы в проекте, и нажимаем кнопку «Регистр». Получаем сообщение, что аккаунт создан, и можем нажать на кнопку «Here». Теперь входим в проект. Вводим имя пользователя, вводим пароль и тот самый пин-код, который вы только что создали. И входим в проект. Как видите, сам скрипт проекта отличается от стандартных скриптов, которые мы видим в других проектах подобного типа. Я приглашаю вас зарегистрироваться в этом проекте и уже на предстарте постараться максимально развить свою структуру в этом проекте. На этом первое видео о проекте REF at Burst. Последнее слово означает «взрыв». Я заканчиваю. Еще раз напоминаю, что ссылочку для регистрации вы можете найти в описании этого видео. Спасибо вам за внимание. С вами был Василий Ушанский. Всего вам доброго.